Тобольский проект в числе победителей второго сезона заочного конкурса «Росмолодежь Гранты». В номинации «Вдохновляй» отмечена идея Елены Кругловой, заместителя директора Центра реализации молодежных и профилактических программ Тобольска. Летняя досуговая площадка «Молодежный квартал» станет местом для самореализации. Еженедельные мероприятия в течение всего лета представят несколько направлений – танцы, интеллектуальные игры, мастер-классы по речи и самопрезентации, выставки художников, театральные представления и концерты. Завершаться творческие вечера будут дискотекой. Проект получил поддержку в 500 000 рублей.